Ну что, друзья мои, возвращение к главному, возвращение к истокам. Это основная игра моей жизни. Я думаю, я подозреваю, что это вообще основная игра среди всех ребят. Понимаешь, вот дышится здесь свободно. Здесь прекрасный совершенно мир. И здесь, ну вот, я не знаю, в этом... В Far Cry все равно какая-то принудиловка имеется, понимаешь? Ты все равно там что-то должен. А здесь ты никого не трогаешь, и тебя никто не трогает. Смотри, что я запланировал в прошлый раз. Прогулка. Мы здесь гуляли по берегу. И сейчас я запланировал вот... Смотри, примерно куда? Вот примерно вот сюда. Вот именно сюда. И вот этот вот зеленый массив обследовать. Сейчас сядем в самолет, полетим. И там по карте мы уже... По карте мы все увидим с вами. Чувствительность мыши, наверное. Ну, музыка, я молчу. К сожалению, я убираю. Но эта музыка задала тон моей жизни, что называется, вообще. В 2010 году особенно. Я помню, как перед отъездом на свой Яльчик я это слушал. Free Bird, Lynyrd Skynyrd. Я узнал именно здесь. Ну и многое другое. Короче, и к тому же сейчас у меня сформулировалась концепция вот этих лестплеев по Сан-Андреас. Это просто прогулки. Мне здесь совершенно не надо ничего проходить. Я, знаешь, как рок-звезда, которого уже не надо ничего добиваться, который просто вышел на сцену, и один его выход уже, как говорится, означает успех. Но я тут не про успех, я просто здесь про подход. Так, и вот посмотри, чего у нас тут делается. Вот здесь у нас была вертолетная площадка. Вот здесь мы посещали вертолет. Да, и вот здесь где-то должен быть туннель, который заходит. Туннель. Даже стоп, аккуратно. В принципе, конечно, лучше культурно приземлиться, не бить самолет, это все нехорошо. Давай... А, вот эти два туннеля. Наверное, я не смогу. Блин, я не на ту кнопку жму. Я главное торможу, а жму на В. Надо бы ужать на С. Секунду. Ну вот этот городок мы уже смотрели. Ну давай попробуем здесь все равно сесть, кстати. Ну ладно, более-менее. Как мне нравится, что на Enter выйти, все спокойно. Ну смотри, здесь у нас одноэтажная Америка. И, к сожалению, ни один домик купить нельзя. Ну что делать? Да, слушай, да, чувствительность мыши подлегулируем. Так, последний, подожди. Настройки. Управление. Настройка мыши. Чувствительность. Так, сделаем. Так, хорошо. Так, ну и давай. Посмотрим теперь. Во, вот так лучше. Так лучше, да. Так, ну что. Самолет у нас уже дымится, но он нам и не пригодится. Так.